приехали в Калугу. Вот время 1:30. Сейчас немножечко тут осматриваемся. Местные достопримечательности. Вот. Как ваше ничего? Нормально, я наелся. Довольный, хочу поспать. Как погодка? Кстати, тут жарко в городе, а за городом тут холодина. Ну ветер, да, прохладный. А тут нормально. Мы вас любим и ждем. Да нет, вот сколько вот смотришь, вот. Ну, Советский Союз строили все одинаково. Ну да. Сквер, театральный сквер. Я тебя потеряла. Ты увидел знакомое название города? Да. Где с вами точно не знаком? Недалеко отсюда мой дом. Автоматический режим, правильно? Он сам. Домашние мини-животные. Джунгли, ночной мир. С 10 до темноты. Сначала осмотры. Смотри. Как платье, а зачем платье? Кто там уже орёт? Ой, птички. Гули-гули. Чё так холодно сегодня? О, гули-гули, какие вы красивые. Как вы воняете? Ну, как гули. Вам тоже холодно, наверное. Мне холодно. Ой, какой ты лохматый, чудной. С завивкой. Ой, ой. Бля, я говорю, завивка. Капец. Класс. Красава. Курчавый голубь.
прикольно. Ты смотри на него. Да я не видел. Вот это ты наглый. Вот это наглый. Капец. Красуется своими хвостами. Ага, ага. А, красота, красота. Дела у меня. Эти уличные так не ходят, я никогда не видел. Не, они да, они какие-то не такие. Да, куда его пошло. А эти прям... Сидит один. А этот прям весь прихорашивается, ага. Прихорашивается в грудь колесо. Красавчик-то. Гули-гули. Он какой-то красивый. Большой. Тоже большой, блин. Да. Целый этот ворон. Все детство любила индюков дразнить. Ты? Да. Японская. Ой, гля, бежи. Кто там? Павлик, по-моему, был. О, на себе. Ля. В этом воронском пробеге такие. Ля, бегает по кругу. Да? Дырко. Что там произошло? Не знаю. Столкнулся. Ой, крикли. Где ты? Там правда будет вернуться. Вот он там ты, глянь. Глянь, какой красивый. Ух ты, какой ты. Ой-ой-ой. А кто это? А вон еще один сидит. Ой, павлин. Красавцы, красавцы, да. Вот что за звук был. Он залез на жердочку. Красавцы. Сидят. Ну куда ты пошел? А ну остановись. Ага, сейчас он тебе попозируй. Ну попозируй. Попозируй. Сейчас он тебе дзёбнет по камере. Ну попозируй. Ну красавчик. Попозируй. Я хочу, чтобы ты мне попозировал. Вот давай, 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 давай. Молодец, молодец. Ну, еще. Ты такой красивый, знаешь? Ты дзёбык? Разговаривает с тобой. Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Панки! Ой, а вы что такие чудные? Вы что такие? Вы кто такие? О, боже! Ой, какие вы! Ты злой, петух? Ты немец, да? Злой, страшный. Это немец. Ты видишь, Германия. Вот этот кричал. Порвок? Да. О, какие красивые. Ребристые. Вон сколько курей. Вон сколько курей. О, какие это. Тыц, ап, тыц. Ко-ко-ко. О, ко-ко-ко. Какие большие. Какая большая. Ага. Ты вообще кур? Или ты одной кур? Левой. Цесарки. А, цесарки. Ну, это было. Что это было? Барлов. Я цесарок видела и так. У меня у бабушки были цесарки и индюшки. Можжевельник. Ива. Глянь, ива какая. Кустик какой ивы. Глянь, какой красавый ла. С антуванчиком на голове. Ого. Глянь, антуванчик. Это журавль. Офигеть, ты красивый. А, чувак. Вообще бедный. Красавелла. Красавелла. Ты прям как дикобраз какой-то. Ты боишься? Ой, блин, бля, какое у него перышки какие, прям аж. Ох, класс.
Пугливый, пугливый. А это Лакен... Лакенфельдер. Лакервельта, Нидерланды. А это Нидерланды. Вот оно. Отдыхает. Там она тосковато офигела. Вот, а петух бежит на защищать курочку, которую я мешаю отдыхать. Ты красивый какой. О, какой ты красивый. Ух, какой. Охренеть. Там она... Ля, какой петух. О, неплохо, неплохо. Ля, какие. Вот это ни хрена себе. Такую курочку, да? Дай-ка. Ты глянь, у него ножки. Это же целый котик. Ты посмотри какой. Ух! Сколько мяса? Вот это петушок. Такой наваляет, так наваляет. Птица очень крупная, вес петухода свои 4 килограмма. А по весу он не такой уж и большой получается. Он просто вот такой пышный. Пышный, да, за счет перьев, оперения. Тепло ему. Ну спроси. А, из Индии, происхождение Индии. Тебе тепло, дружище. Миран. Происхождение Франция. 4 килограмма. Серег, 4 килограмма, знаешь, как я говорю? У меня кошка столько весит. Ну, я знаю, я тоже самое, кстати, сказал на камеру. Хочешь поснимать? Урюпинский нет. Голубь. Это голубь? Ну, нет. Урюпинский? По-моему, промахнулись они. Голубь, ты с Урюпинска? Видишь, есть чистый голубь. Да пошел ты. О, видишь. Галашиная порода. Слышное происхождение не установлено. Жесть, что за мутанты? Ну, видимо, как-то адаптировались под среду и... Это страшно. Получилось. Как лысые кошки. Как будто ее уже общипали и... Живьем, да, общипали? Да. Ой, какие вы красивые. Мне так нравится, у тебя жулики. У тебя много там места, да? Два часа. Курочки. Цып-цып-цып. Это что за малютки? Петухи, дай лапу, петух. Ты меня чуешь? Чуешь меня? Чуешь меня? В общем, петухи, петухи тут вообще... Разные. Брамон, да, по-моему, это повторяется уже. Лахор, но его не видно. Много вывесок. Видимо, меняются клетки. Точнее, постояльцы. Ляжа, говорят. Ой, любовь. Это наш местный фотограф. Получается? Офигело знает. Вот птичка сидит. Цып-цып-цып-цып-цып. А ему пофиг вообще, он чилит. Он отдыхает, отстаньте. Думает, у меня таких, как вы, за день столько бывает. Я устал. Тут двойная сетка, плохо видно. Вот. Ужасно. Попугайчики. Даже спотить не могу. Попугайчики. А вот другого цвета она. Можно ли попугайчика? Ой, какой красавчик. Да ты что? Ты красавчик? Да, он красавчик. О, Карелла. Карелла, они поменьше, смотри. Размер. Вот это зараза. У девчонки имитировала чайник. Нас зовут назад. Зачем? Не, вот этот попугай зовет. Раскричался. Мы ушли, а он раскричался. А что такое? А что такое? Тебе скучно? Ему не понравится, как ты его сфоткал. Тебе сфоткала. Скучно? Он был не в той позе. Тебя еще фоткать надо? Да? Да? Ты общительный попугай? Ты общительный? Ух ты! Как у тебя дела? Привет!
Ой. Вот это ты умеешь, ничего себе. И по потолку. Вот это да. Вот это угадай. Вот это ты циркач. Вот он для чего нас позвал. Показать, как он умеет. Ну давай еще покажи. Ой, молодец. Ой, молодец. Ой. Давай еще. Ну еще покажи. Гималайский кольчатый попугай. Наверху сидят. А тут у нас большой кольчатый попугай, большой. Но он реально большой. Это кто такой у нас? Роскошный барабандов. Барабандов. Да. Цвет у него яркий, роскошный. Это у нас китайский кольчатый попугай. У нас китаец. Синелобый малый ара, но его нет, я смотрю. Ара должен быть большой, по идее. Хотя, они же разные. А это малый кольчатый. Это не факт. А, это не он. Это другой цвет. Да. Я не знаю, он не он. По-моему, он. Конголезский длиннокрылый попугай. Ну, длиннокрылых мы не увидим, потому что он все время отдыхает. Ну, красавчик, красавчик. Тонкоклювый кокаду. Довольно-таки крупный. Но я так понимаю, здесь холодно. Потому что холодно. А, они, видимо, любят тепло. Ну да, Австралия, Нареал. Привет. Такие вот кокодушки. Красивые. Красавчик какой. Ух ты, какой красавчик. А это кто, ара, что ли? Вот это поистине уже крупные особи. Ой, красавец. Ой, какой красавец. Такой вот он. С розовиной. Красавец, блин. Все красавцы. Очень красивые. Какой хороший. Ой, животик. Тебе нравится, чтобы тебя погладили, да? Ты пришел, чтобы тебя погладили? Ой, какой хороший. Какой ты хороший. Ой, ты какой хороший. Красавчик. Красавчик. Стартуй. Может, успеешь. А что ты кричишь? Да, хочешь пузико потрогать? Только аккуратно. Хороший. Он пришел к нам. Мы подошли, а он к нам пришел, чтобы его... Знаешь, что такое, чтобы не укусил? Будь на стрёме, да? Да, это может быть, это может случиться. Кокоду? Илька? Да, красавец такой. Мы уже долго его стоим лазим. Он к нам подошел сам. Он так постоянно прилетает, а потом улетает. Сейчас он опять прилетит. Оп! Это у нас турака фиолетовый. Да, вот так вот он летает туда-сюда, туда-сюда. А вот многоцветный ларикет. Разлетел и орёт на нас. Разговорчивый. Он какой-то лысый, он. Или молодой. О, смотри, он туда уже прилетел. Они перемещаются, да. Оп. А, вот тут один лысый, да. Вот белогрудый тукан. Тоже довольно крупная особь. Большой у него клюв. Такой птиц. Серьезный птиц. Черногорлая росая. И вот такой горлавка. Какие у них клювы. Мощные. Наверное, размером с тело. Зеленокрылый ара. Привет, позировщики!
Какие вы большие! Ага, ничего себе! Хрена. Малый солдатский ара. Ничего себе, малый. Малый, да ты не такой уж и малый. Я бы тебе сказал, да, что ты крупный. Крупный малый. Пальмовый какаду. Тоже довольно-таки крупная птичка. Вот это, и вот еще одна сидит в профиль. Гиацинтовый ара. Ох ты ж, ничего себе. Расцветка. А, у них двойная сетка. Ну, здесь это еще более-менее можно попасть куда-то. Ого, береги пальцы называется. А ты опасен. Вот поэтому он и опасен. Да ты не перегрызешь это. Вкусно. Какой ты красивый. Какой ты красивый. Собственно, фазаны, куры. Это мы там были. Получается, там и в том числе и попугаи. Пойдем дальше. А вот она карта. Схема первой территории парка. Получается, мы здесь. Это мы прошли попугаев. Пойдем дальше. Тут как-то пусто. Ага. И тут никого. А, вижу, есть. Полоскаются в водичке. Двойная сетка. Вон прыгают все там, они, да. Угу. Ну, он скворец. Обыкновенная иволга, камышница и розовый скворец. И вот где-то там вот в травке прыгает скворец. Где-то выдра. Выдра? Ну, да. Белка обыкновенная. На белку не очень похоже. Похоже на какого-то скворца. Вот. Видимо, белку выселили. Тут пустая почему-то клетка. Возможно, спрятался. Я его не заметила. На пне? Кого на пне? А что на пне? Еда. Кошмар. Вот. Ого, сидит. А что на пне? Еда. Это уже птичка большая. Птичка, а ты большая. Красивее. Какая ты красивая птичка. Да, фильны не любят, чтобы их беспокоили. Так, в принципе, а кто любит? Никто не любит. Беркут. Тоже довольно-таки крупные особи. Ух ты! Ты посмотри, какой он огромный. Сейчас подойду. И орлан белохвостый тоже. Очень крупные особи. Лянь. Это кто у нас? Скворец. Лянь, он подлетел как близко. А я его на видео снял? А, снял. Я шел и, получается, опустил камеру. Вот это такие мелкие птички. Это у нас великолепный скворец. Стальной скворец. Великолепный скворец. Трехцветный спрео. Прям градиент. Так, вернемся к крупным особям. Могильник. Название у него страшное. Могильник. Ага. Ну, у тебя зум есть, ты можешь сфоткать хорошо. Тут на телефон нет смысла. Белоплечий орл. Боже, какой ух. И поотвернулись все. Красавчик, привет. Не, только не клюй меня, пожалуйста. Только не клюй меня, пожалуйста. Ну, какой-то большой.
Не успеваю я за ним. Какой-то он грозный. Сойка. А, Сойка? Че тут музыка? Тут и галки, и сойки обитают. Видимо, соседствуют нормально. Я думаю, те, кто уже зашел, ничего же страшного, если они задержатся. Они же не будут бегать, угонять. Правильно? Или неправильно? О, вот там какие. Ничего себе. Это уже не птички. Ага, их так много тут. И вон еще вдалеке стоят возле домика. Вот такие фламинги. Ой, глаза такие белые. А то, что тоже? Ля, как искусственные стоят. Вон, смотри. Да. Ля, замирают вообще. Я в шоке. Это они спят, походу, уже. А вот он тут спать должны найти. Ну, в дом мы приедем, проверишь. Я сначала подумал, что это искусственный. А, ля, там кто ходит? Это утка, что ли? Нет? А, не, непонятно. Нет, наверное, не утка. Тоже какие-то тычки, видимо, которые спокойно соседствовать могут. Я смотрю, там павлин, по-моему, ходит. Или что-то похоже на него. Я, к сожалению, не шарю. Привет, бычок. Вот это. Привет. Он водичку пил. Буренка. Он пил водичку. Серьезные животные. Чешет морду. А нет-то фотографом сегодня заделалось. Это вот так вот мы вниз опустились. Получается, мы ходили вон там вверху. Получается, площадка с птичками и прочим. Чуть ниже фламинго и еще ниже. Получается, вот такие вот. Сейчас даже скажу, кто это. Чтобы не соврать, это шотландский скот. Получается, карликовая овца домашняя должна быть еще, но я ее здесь не вижу. Искусственно выведенная порода жителями сурового шотландского высокогорья. Двойная меховая шерсть. Ничего себе. Мордаху чешет. Чешет мордаху. Угу-гу-гу, нузик. Трунь. Скажи, я тебе трунь, ну блин. Растопчу. О, катание на лошадях. Здесь олень. Европейская косуля. Вон она далеко. Может видно, может не видно на камеру. Это не лебеди. Это что-то крупненькое. А, да, вон там вывеска, кстати. Нет, даже нет, да? Марабу. Какой ты большой, птичка. Какая ты большая птичка. Как тебе тут живется, птичка? Ой, какая красивая. Да красивая, красивая. Птичка. Привет! Красавчик! Это европейская лань. Сейчас покажу вот. Такая вот. Беленькая. Написано, что это сервал. Тоже двойная сетка. Угу. Ну так и здесь ограждение еще давало. Да. Вон какие кисы. Кисы красивые. Осторожно, животное кусается. Сейчас Джонни позовем, палец засунет.
сколько идет. Он там уже кому-то написал, что отгрыз ему кто-то палец, кому-то уже засунул Пица. Палец. Сойка. А, сойка. Голодная была. Видимо, хотел тоже пузико ей почесать. Но сойка не оценила подхода. Большая территория. Так я вам сразу говорил, что территория большая, а времени здесь мы проведем очень много. Поэтому, скорее всего, мы больше никуда не успеем. Да, тут и здесь мы не успеем. Так, еще есть парк. Мы только выехали, я уже был уверен, что мы поедем только сюда, потому что времени в обрез. О, привет. Ты кто такой? А то и 3 дня. Тебя не видно, друг. А, так видно, наверное. Друг. Зрителю видно, мне не видно. Друг, ты кушаешь? Я хочу. Трапезничает, друг. О, а вот этого ты застала. В неловкой ситуации. Ну, привет. Привет. Привет, красотуля. Куда пошла? Красотуля. Сбегай. Давай дружить. Можно тебя погладить? Он тебя чешет. Дай тебе поглажу чуть-чуть. Ну дай поглажу. Не хочешь. Это вот лама. Амаглама. Лама амаглама. Рысь, к сожалению, отдыхает. Вон, прям на клетке, если видно. Лежит, спит прям сверху. Ну, не на клетке, на будке. Вот тоже еще одна лоса спит. Отдыхает. Не знаю, видно, не видно. К сожалению, извиняйте. Каракал, да, ушел отдыхать. Да холодно, блин. Животным, я думаю, тоже не особо нравится такое. Степная рысь. Все отдыхают. Да уже вечер. Как бы поздновато, да, приехали. А вот кот амурский. Ой, амурский кот, какой красивый, блин. Ты не втыкаешься на кис-кис? Ага. Он спит. Не знаю, видно, не видно. Он там сверху на... Сам вверху лесенки лежит, отдыхает. Сомнительно. На мусорке написано пеликан. Значит, это пеликан. А, ну вот здесь тоже были. Ну, это мы с той стороны были. Это козочки или эти овечки? Ягнята. Ягнята? А мне что, овечки, что ягнята? Карликовая овца или мини-баран. Или уэссент. Ну, получается овца. Да. Угу, соседствует с этими. Во, блин, синий. Ого. Не знаю, наверное, не будет на камеру видно. Может, плоховато, да. Ну, может, и будет видно. Ну да, уже вечер. Решил отдохнуть от нас всех. Друзья не выдержали. Убежали в машину. Да холодно. Отдыхать. Вон, видишь, белый айс. Это айс. Вон айс сверху сидит. Сможешь сфоткать его? Сможешь его сфоткать слегка? Да, ну, насколько зазумится. В Калуге. В Калуге сегодня холодно. В Брянске тепло. Сегодня в Брянске было как и вчера. На солнце Сахара. Рассказывай. Что рассказывать? Как ты докатилась до Калуги? Ну вот катилась. И докатилась. А докатилась. Сквозь пробки, минуя раздолбанные дороги. В Брянске. Ну, особенно в Брянской области, да. Ну, здесь вроде не такие дороги. О, привет! Подожди, а мы тут не были? Мы вышли на какую-то другую тропу. Ага. А тут что, кабанчики? Ага. Кабанейро. Привет, свинки.
Хрю-хрю. Да, какой грозный на авке. Да, на авке, да. О, кто-то поплыл уже авке или что? Да, авка. Хотите такую аватарку? Приезжайте в Калугу. Кенгуру, где оно? Ну, наверное, спит уже. О, Нанду, это Нанду. Нанду! Ну, его же зовут Нанду. Значит, откликнется. Нанду! А мне не холодно, кстати. Тебе я... не холодно? Я уже все, ледяная. Он тебе черненький пришел. Ты их пугаешь. А этот не боится. А этот да. Отпусти! Вот это ты даешь. Ты вкусная. Уходим. Все, как бы выходим как раз через то, где начинали. Где курочки, петушки. Голуби. Ну да, голуби. Голуби начинали. Цветочки, фонтанчики, рассылки. Там отсутствие. Вот выход. К сожалению, денег у нас бумажных нет. Фичком не можем помочь. Ну, я не знаю, когда мы сюда раз были бумажные. Я не знаю, когда мне были. Вот, идем. Есть еще второй тропический мир. Там камни. Что там еще? А там еще какие-то птицы были. Или парк камней. То есть, если есть желание, можно приехать снова. Можно. Когда будет потеплее. Потому что очень холодно. Ну, летом съездить.